утро всем! Провела своих мальчишек в садик. Афанасия. Сижу, не повез. И сейчас буду завтракать. Яичница с помидорами. Это моя большая-большая любовь. Просто помидоры обжаренные и яйца. Все перемешанное. Очень вкусно. Я еще и завтрак для мальчиков приготовила. Гренки выбрали. Правда, с черным хлебом. Я уже покушала. У меня была яичница с помидорчиками. Понимаешь? Да, сейчас смотрим новости, и все по поводу победы России. Ура! Так круто смотреть на всех, кто как реагировал. Всем приятного аппетита, мои мальчишки. Все завтракают черным хлебом, да, сегодня. Да. Уже тут вовсю работаем. Петрушка и щавель у нас вяжется. Антоха пылесосит. Да, а посмотри туда на трубу потом. Угу. Ага. А там за дверью тоже? И подними еще табуретку, хорошо? Угу. Которая в фоне стоит. Я ее пододвинул, все равно там до двери подвинул. Да? Наверное, я уже открыл. Где? Угу. Гриша учит английский. Да, как тебе? Выучил. Ну как тебе английский? Смотри, скажи. Понравилось? Ну не зря мы ходим, да? Да. Ну хорошо. Я готовлю суп. Еще не знаю, с чем, правда, он будет. Картошка, морковка, лук, бульон, все как всегда. Вот сейчас надо подумать, может, галушки? Галушки! Давай галушки. Галушки. Да. Выбрали сегодня галушки. Здесь у меня было 4 яйца, немного воды, соль, перец и мука. В общем, до консистенции, не знаю, как показать. Ну, такой достаточно и не густая, и не твердое, то есть это все-таки не тесто. И все, маленькой ложечкой отсаживаю галушечки в нашу кастрюльку. Жду Сержуню, чтобы пообедать и чтобы он привез хлеба, но его нет, поэтому будем обедать с Антохой. А где он? Ну еще нет, с работы. Вот сейчас 12:15, еще на обед не приехал. У нас супчик галушечки, мяско, свинюшка. И Антошка. У меня тут лежат эти овощи, такие грустные уже. Хочется, наверное, опять приготовить рагу. Если честно, я даже его не наелась. Поэтому баклажанчики главное сейчас присолить, немножечко оставить, чтобы с них как будто бы вышла горечь. И все, буду, как всегда, делать рагу. Морковка, лук, баклажаны, кабачочки, помидорки. Теперь у меня уже есть домашние, поэтому будет такое... летнее рагу. Все, морковочку почистила, кабачки помою, но очищу вот здесь вот, где они уже такие грустные. Вот баклажанчики порезала, присолила. Вот они сейчас спустят сок, и я все это промою и это жму. Буду, в общем, обжаривать. Начну с морковки, потому что мне кажется, что она дольше всего, она тверже всего. И потом уже все в произвольном порядке. Вот что получается. Прям цвета, мне кажется, не хватает. Слишком уж светленько. Мы любим более красное, более такое... То есть не вот такое вот вялое. Сейчас буду добавлять уже баклажанчики. Я их промыла. Сейчас еще просушу, наверное, полотенцем, чтобы тут воды много не было. Хотя сок уже кабачок прям дал активно. Баклажанчики тоже уже здесь. Добавлю еще помидорок домашних и, может быть, еще ложечку томатной пасты для цвета, потому что дети прошлый вот соус ели просто супер. Там еще была капуста, не знаю, буду ли я ее добавлять, скорее всего, нет. А, и рис был. Но было круто, если честно, очень вкусно. Может быть, сейчас также добавлю рис, капусту и помидорки, тогда, может... В общем, не знаю, все готовлю, как всегда, на глаз и вот соображаю просто на ходу. Сочиняю, что добавить.
поэтому вот не знаю, как сейчас попрет. Тортики, вот гляньте, уже в комнате постояли в тепле, они стали такие вкусные, такие мягкие, вообще вот прям классные, потому что я их сорвала все-таки такими больше буренькими, и они уже здесь доспевали, и они прям сейчас вот их есть просто так, как яблоки, вот прям брать и кусать, они очень вкусные и сочные. Я, в общем, все, что было в сковородке, переложила в кастрюльку и поняла, что тут как-то маловато всего. И решила все-таки капусту добавить и рис, чтобы увеличить нашу порцию. Добавлю сейчас водички. И все, без томатной пасты будет все тушиться. Красота. Не знаю, с виду, наверное, кажется, что это не красота. Надеюсь, что будет вкуснота. Все, сейчас воды доливаю и тушим. Что смотрят мальчики? Майнкрафт? Антош, ты тоже, что ли, смотришь Майнкрафт? Нет. Только Гриша? Я ты сейчас бабушку пропустил, да? Компьютер? Мальчика бедненькая, там без света не могла ничего посмотреть. Дома свет выключили, да? Хорошо, хоть на хуторе. Хорошо, хоть по очереди у вас и у нас все отключили. Ну, понятно, что не в один день. Тебе свет включить? Да зачем? Я все вижу. Мама купила лукошки. Не знаю даже, почему они стоят. Вроде бы 10 рублей. Это здесь по 4. 4, 4, 4. Ну, в общем, вот сколько здесь? 5 на 4. Это сколько? Это 20, да? Вот. У меня, короче, мозги не в эту степь сейчас работают. И сейчас думали их под крыжовник, но решили крыжовник все-таки в ящички нарвать, а лукошки оставим для малины. Так, вот он крыжовник, который мы будем рвать. Он, правда, в этом году такой не слишком крупный. Да, Степа, этот же будем рвать? Поливаем кустики. Папа нам тут шлангу протянул, теперь нужно перекладывать. То есть я просто ложу под куст смородины, и оно так льется, а потом просто надо переложить шланг под другой, потому что засуха вообще тут, гляньте, у нас трещины. Если туда ключи упадут, то можно как бы и не достать. Вода. Григория на английский, потом еще зайти воду себе купить и на карате. Я все успею, я все успеваю, еще даже сэмпа идет. Я и тоже. Да? Ну все. Пока. Пока. Короче, мы приехали в парикмахерскую в эту, в подарки, да? А там закрыто и нет, ну вот это, как она называется, дежавю. Она что, уже не работает? Не знаю. Там и света нету, да? И на двери, дверь закрыта вот здесь сбоку, и нет никакой вывески, в общем. Я что-то не поняла. Мы приехали сейчас в другую парикмахерскую, в «Красивые люди». Посмотрим, что у нас тут, да? О, тут камушки. Тут камушки. Тоху подстригли. Повернись теперь, покрутись. Гроза. Гроза тут, да. Антоха просил молнию. Тут такая молния вообще, да? Мам, ты засняла. Да, я засняла. Убираем обувь. Афонь, покажи, какие мы выбрали. Мам, смотри. Мам, смотри, датка уже. Да. Да. Не, мне нужно... А у тебя какой был размер? 32? Да. А мы хотели тогда тоже 31, да? Нет. Уже три. Мам, уже понятно. У меня 31 уже маловато, да? Да. Это у меня за классный парень мажет себе хлеб маслом. Это ты так мажешь. Тебе помочь, может, сын? Или ты все-таки сам справишься? Справишься? А дедушка уже уехал? Дедушка, да. Бабушка? Угу. Или бабушка на своей машине? Нет, дедушка вместе с бабушкой. Мама, а чего у бабушки нет своей машины? Не знаю. Она права еще. Да нет, у нее же есть права. Уже есть? Да, у бабушки уже давно есть. Дальше, чем у тебя. Угу. Бабушка сначала выучилась, а потом я. Потом только ты. Угу. И дедушка самый первый выучился. Да. Он сначала на опушке, а потом... Сколько эта машина же стоила? Ну, да я не знаю. Вкусно? Продолжаем историю одной чистой полки. Сегодня я выбрала вот эту полку. Ну, я думаю, что я вот тут все разберу, и вот тут вот тоже.
Ну что, начнем? Прическа. Надо ее тоже разобрать. Да, она клевая, да? Маме вообще нравится. Тебе, а тебе? Мне тоже. Да, она это посмотрела, это вообще было. Да, необычно, да? Так, туда сложила полотенце, которое еще новое. Здесь упаковка икеевских. Упаковка икеевских. У меня с фокусом вообще проблема. Это точно икеевские. Это мне кума дарила. А вот это вот, по-моему, закос под икею, да? Тоже с такими разноцветными. Но это не икея. Это Дзяндонгсау Роуд. Короче, китайские производители. Здесь перебрала полотенца, которые мне нравятся. И вот здесь вот уже такие старенькие. Это будет Сержуни машину там мыть. Ну, сложу на тряпочки, выкидывать не буду. Иногда нужны такие тряпочки. Вот эти черные сразу кладу. Мне не нравится темный цвет вообще ни в одежде, ни в полотенцах, нигде. Поэтому вот, когда преобладает вот такое, я не люблю. 5 минут, и эта полка уже в порядке. Сейчас наведу на нижний. Тут тоже много-много чего ненужного. Куча в основном крышечек. То есть вот эти стаканчики нужны, потому что иногда я в них что-то либо замораживаю, либо кому-то что-то накладываю, типа салата, либо детям даю, мы кладем туда там кукурузные палочки, что-то, что можно, ну, не жалко, ну, в общем, не разобьется. Вот это тоже надо, вот это тоже надо. Но здесь куча крышечек, которые не нужны. Вот эта гора крышечек, которая уже нет этих судочков, но они тут. Они тут, и их много. Буду все выбрасывать. Сколько их копила, и теперь за один раз бах и выброшу. То у меня еще есть даже соска, по-моему, это с поедника с какого-то. Не помню даже откуда. Поэтому тоже выбрасываем. Такой нам не надо. Уже давно, причем не надо, но оно до сих пор хранится. Что хочу сказать? Мы, в общем-то, сходили что первый это? Раз в пятерочку. У нас тут открылась же пятерочка. Тут дали какой-то мячик, покажи. Там что-то там за покупки. Мы, короче, вообще еще не в теме пятерочки. У нас станица первая пятерочка. Да. Мы... Сейчас нет, в машине не надо. У нас даже кинотеатр есть. И какая, где? Какие-то наклейки. Не, ну это... А, в станице есть, да, покажите. И наклейки. А, еще какая-то наклейка? Где? Мне кажется, и... А теперь покупки. В магазине «Магнит» мы купили собачий корм, кошачий корм, новый фильтр на наш, ну, в общем, вот эту кассету на барьер. 219, что ли, на рублей. Я уж точно не помню. Ну, взяла, беру разные. Вот это комплексная очистка. Номер 4. И сейчас ее вкручу. Вот. И 2 килограмма сахара. Больше бы я не потянула. Хотела взять больше. Но я бы уже не унесла это все чисто физически в руках. И теперь покупки с пятерочки. Дети свои покупки уже унесли. Барилла, как всегда, там она прям дешевле. Даже 59, в магните 60. А, 55, по-моему. Или 59, а в магните... Карточку нам дали, нужно сейчас активировать. Что тут у нас? Барилла... 59, да, 59,99. Якобс кофе закончился. Я, кстати, перестала почему-то пить кофе. И мне прям стало легче. Первые 2 дня была какая-то ломка. Могу сказать, без кофе я прям сидела, засыпала. Но я переборола это. И сейчас легче. Но все равно, пьется утром. Альметте было со скидкой. 89 рублей. С добавлением оливкового. Я в это особо не верю, но само масло неплохое. А Альмера, да? Альтерра. Ну, в общем, не суть важна. И еще Барилла, моя любовь. Мои. Вот такая вот форма. Гриша сказал, что это... Я их называю пружинками. Гриша сказал, что это сверло. Как будто сверлома. Вот их обожаю. Джирандоле. Какие-то. Ну, в общем, люблю. И люблю, что всегда по полкилограмма. То есть, если в других
какие-то макфа, да, то есть чем форма посложнее, тем меньше грамм, то есть 400 грамм, а здесь всегда по полкилограмма во всех упаковках. И вот эти тоже были по 59, а в магните, по-моему, 69 или 65, вот поэтому взяла пятерочки. И все, я счастлива. А, еще яйца. Яйца взяли, сейчас будем делать Антохе бисквитик. У меня тут футбол. Бельгия, Япония. Япония ведет 2-0, так что я с удовольствием смотрю. Сейчас буду делать коржи Антохи на торт. Но хотела сказать, что вчера я тут так хвалила душ, как там круто. Но самая главная причина летнего душа, которая мне никогда не нравится, это когда заканчивается вода. Ты никогда не знаешь, когда это произойдет. Но вот сегодня это на мне как раз произошло, и я домывала голову. Я даже сейчас ее посушила, но я чувствую, как будто я не до конца ее смыла. Бальзам не до конца смыла холодной водой. То есть я включила заправку в душ и домывала. Короче, настроение синий называется, цвет настроения. Вот, а сейчас буду печь на ночь глядя, как всегда, мое любимое время. Антохи коржи, обычные бисквиты, которые я обожаю. У меня вообще стандартный рецепт, который получается всегда, получается огромным. Это 5 яиц, стакан муки, стакан сахара. Все, без разрыхлителей, без ничего. Ванилин можно еще добавить, чтобы был ванильный бисквит.